Более 100 спортсменов «Динамовцев» из Бреста, Витебска, Гродно и Минска сегодня приняли участие в республиканской спартакиаде по стрельбе «Юный динамовец». Такое количество участников – это показатель того, что данный вид спорта популярен среди молодежи. Однако стрелковый спорт всегда непредсказуем, а удача улыбается только тем спортсменам, которые готовы показать свои умения в самых экстремальных условиях. Мы традиционно судим эти соревнования. Кстати, у нас в судейский состав должен быть высокого уровня, потому что это республиканские соревнования. Здесь спортсмены выполняют мастеров спорта, кандидата мастера спорта. Ну и просматривается в состав сборной команды. На этих соревнованиях выполняется 11 упражнений на трех рубежах. Это 50, 10 и 25 метров. Спортсмены выполняют как мелкокалиберные упражнения, так и пневматические. Ну и спортсмены соревнуются в своих категориях. Это получается 2006 год рождения. Девочки и мальчики соревнуются со своими сверстниками. В основном это традиционно для участников соревнований именно динамовских спортсменов. Просматривается состав именно в динамовскую сборную и контингент, который пойдет уже в сборную республики именно от «Динамо». Поэтому ведомство это проводит свои соревнования. Ну и именно для них. А так как они открытые, могут все участвовать в них и выполнять такие же нормативы, как и остальные. В этот спорт юноши и девушки чаще всего приходят в возрасте 9-11 лет. Причины, как отмечают юные спортсмены, самые разные. Кому-то с детства нравились звуки выстрелов, а кого-то стрелковый спорт привлек, потому что он успокаивает. Даже несмотря на то, что он достаточно тяжелый и требует безусловной стрессоустойчивости, стабильности и хладнокровия. Мне очень нравилось с детства слушать звуки выстрелов. На стрельбу меня отвел папа в 9 лет, поэтому занимаюсь около 7 лет. Сегодняшние соревнования мне нужны для того, чтобы показать, чему я научилась по сравнению с предыдущим юным динамовцем. Я считаю, что стрелок должен обладать холоднокровием, также думать головой и быть уверенным в том, что он делает. Виктория Жук, участница соревнований из города Бреста, сосредоточена и хладнокровна. Конкуренция большая. Это значит, что уже с первых выстрелов нужно показать достойный результат. Стрельбой я занимаюсь уже 6-й год. Это успокаивает. Это вид спорта, который действительно успокаивает. Ты можешь получить эмоциональную разрядку, занимаясь. Ошибки есть всегда, есть на чем работать всегда. Всегда можно стремиться к чему-то большему. А результатом на данный момент, да, я довольна. Спартакиада «Юный динамовец», давно ставшая традиционным состязанием, хороший способ для юношей и девушек проявить себя, найти недоработки, чтобы в будущем показать еще более высокий результат, который поможет покорить вершины Олимпа.